В Алтайском крае зафиксирован первый случай отравления грибами. Пострадал 4-летний ребенок, за которым не доглядели родители. И он случайно съел ядовитый гриб. Для того, чтобы не стать жертвой, нужно уметь отличать съедобные грибы от несъедобных и следовать простым рекомендациям. Было случайное употребление ядовитого гриба в бытовых условиях. Угу. В основном это происходит тогда, когда родители не досматривают за своими детьми. То есть во время прогулки с детьми нужно следить, где они, как они гуляют и что они тянут в рот. При малейшем сомнении во внешнем виде брать грибы не стоит, говорят специалисты. Не надо собирать вдоль автодорог, в парках, скверах и на улицах, потому что грибы легко впитывают токсины. И даже привычные подберезовики и маслята, собранные не в лесу, могут оказаться смертельно опасными. Грибы очень быстро портятся, поэтому для сбора лучше использовать какие-то плетеные корзины. После сбора грибы нельзя хранить, также быстро портятся, их надо сразу же чистить и перерабатывать, то есть солить, мариновать и так далее. Специалисты рекомендуют обходить стороной червивые, переросшие и трухлявые грибы и никогда не закатывать грибы под герметические крышки для консервации, иначе есть риск заразиться ботулизмом.